Информационная служба ТВ и радио на Патриаршей. Новые технологии для слабовидящих детей. В Савинской коррекционной школе-интернату в рамках программы модернизации региональной системы образования из федерального бюджета выделили 800 тысяч рублей. Спецоборудование, книги и мебель – это главные статьи расходов школы. Режим «Говорящие книги». Воспроизведение. Происшедшее случилось с людьми, подобными нам, и что их переживания аккуратно записаны и сохранены на протяжении столетий. Этот тифлофлешплеер, или как его еще называют, говорящая книга, для Савинской коррекционной школы-интерната – ценное приобретение. С прошлого года 3 таких экземпляра наравне с традиционными книгами хранятся в местной библиотеке и выдаются слабовидящим детям по желанию. Крупные кнопки, голосовое меню – этот плеер полностью адаптирован для русскоязычного пользователя. Если для дополнительного чтения нам нужны какие-то дополнительные книги, то пользуются флеш-плеерами ребята. Они могут подобрать литературу на флеш-картах и в свободное время получать эту информацию. Воспитанники школы-интерната могут набрать на клавиатуре любой текст. Они владеют не только азбукой Брайля, но и компьютером. Все это благодаря спецоборудованию для детей с ослабленным зрением. Им оснащают школу ежегодно. Сначала закупили современные компьютеры с большими мониторами, затем специальную клавиатуру. Слабовидящие дети у нас пользуются обычной клавиатурой, а слепые, тотально слепые дети используют данную клавиатуру. И при работе с этой клавиатурой они могут слышать по звуковоспроизводящей программе на компьютере, правильно они набирают или неправильно набирают буквы или тексты. Приобретение нового брайлевского принтера и современного аппарата для печати рельефно-графических пособий педагоги школы ждали с нетерпением. На этом оборудовании, к примеру, они могут распечатать любой методический материал для уроков. Географии, истории, математики. С помощью различных точечных комбинаций можно кодировать буквы, цифры, знаки препинания, физические и химические обозначения и даже ноты. У нас данного аппарата не было, и приходилось очень сложно, потому что данных пособий выпускают издательство «Просвещение», издательство «Логос ВОС» в небольшом количестве. И чем уникален данный аппарат, на сегодняшний день уже в рамках школы мы для себя можем выпускать различные пособия. На оснащение Савинской коррекционной школы-интерната к новому учебному году из федерального бюджета выделено 800 тысяч рублей. Из них 370 уже освоено. Кроме спецоборудования, приобрели новую мебель и 50 экземпляров книг. Пока только для начальной школы. Как говорят педагоги, они очень дорогие. И их выпускают ограниченным тиражом. Ближайшие планы – обеспечить новой художественной и научной литературой всех старшеклассников. Педагоги в один голос говорят – современное оборудование, необходимые книги с текстами Брайля, без сомнения, позволят усовершенствовать саму систему обучения в коррекционной школе. Здесь стараются идти в ногу со временем, настолько, насколько это возможно. Все это дает шанс для слабовидящих детей жить полноценно. Для начала закончить успешно школу и поступить в ВУЗ. ТВ и радио на Патриаршей представляет «Ты хочешь это видеть?» Второй фестиваль фейерверков в нашем городе. «Ты хочешь это слышать?» Финалисты конкурса «Пульстар». Хедлайнер фестиваля – модный диджей Руслан Нигматуллин. 9 августа – феерия звука и света на Патриаршей площади. Генеральные партнеры фестиваля – Мегафон, Сбербанк, Мари-Автоцентр, Матрица, Мари-Энергосбыт. Эй, гуляем по-царски! Агрохолдинг «Акашево» вновь идет на рекорд. 10 августа на Патриаршей площади мы приготовим 100-метровый бутерброд. Да-да, самый длинный в России. И съедим его вместе с вами. В честь праздника народной забавы и состязания, угощения и соревнования. А на десерт новые и лучшие песни Максим. Наверное, это мой рай. В день города. Царские гуляния на Патриаршей площади. Организатор мероприятия — птицефабрика «Акашевская» при поддержке Россельхозбанка.
информационная служба ТВ и радио на Патриаршей.